Так, утро второго дня началось, все вроде проснулись. Как ощущения, Толян? Что болит? Все. Все болит? Денис, а ты себя получше чувствуешь? Доброе утро. Блин, лучше, чем вчера, да. Ребро только сломанное, блин. Что за... Что за зоопарк, Серег? Дамир, это ты ему ребро сломал на кровати. Я чувствую себя отлично, но чувствую, что квадрицепсы работали. И потом уже думаю, еще же 3 дня, ну, работы, так сказать, не початый край. Но хочу сказать, что перерывы надо брать в середине дня, покушать, да. И технические перерывы, и отдохнуть 15 минут, все. А потом дальше все нормально. Вот так вот я повесил шмотки, типа, на рога оленя. Посмотрим, как пройдет этот день. Красивый день. Раз мы умнее, мы намажемся солнечно-защитным кремом, пьем воды, менял куртку, шея болит. Короче, не буду плакаться. Все отлично. Впереди офигенные покатульки. А вон там идут пацаны. Большие горы, пойдем туда. Там пиздец, Денис. Там обрыв, ебать.
конец. Точнее, погадали сегодня. Кушаем. Фуди в 11 утра вечера, 10 или во сколько? О, Фуди, говорю. Колорадо.